Пробрались мы опять на Волчьи ворота, объездили все озеро, нашли небольшой пятачок, ну, достаточно большой. Последние теплые денечки, людей очень много. Все рыбачат, все карпятники. А мы караси. Карасятники. Карасятники. Все, приехали на выходные на 3 дня. Поставили шатерчик, холодильник установили. Спим по-прежнему в машине. Машину поставили прямо возле воды. Знаем, что это штраф. Да. Но у нас там кровать. Думаем, никто не приедет. Мы любим рисковать. Мы рисковые, да. Все, мы сейчас передохнем, будем собирать удочки и забрасываться. Ну, вот такая у нас полянка. Ну, шикарный песочек, вообще кайф. Так можно заходить в такую. И карася доставать. У нас сегодня юбилей, бумажная свадьба. Можете поздравить нас. 2 года. Как женаты. Надо вокруг еще чуть мусор пособирать. Но мелкий уже собрал он в пакете. В общем, да, вон люди собираются. За ночь мужики были, 10 карасей поймали. Только ночью ловили, сказали. Ну, вот такие карасики. Большого не было. Ну, для счастья нам и этого надо. Хотя бы. У нас, кстати, у нас в этом видео будет батл с Витей. Да, давай сразу. Две почти одинаковые снасти, 2 разных прикорма. Так, Лиза взяла Дунаев карп-сазан карась, кукурузную кашу, такую пружину. 160 рублей, каша 170. Я взял тоже Дунаев ананас. Цена тоже 170, но пружину на 10 рублей дороже. Примерно так же она будет. Примерно такая же, да, как у меня. Ну да, такая же, крючок сбоку, крючок снизу. А, сейчас, я еще взял. Вот. Ананасовый перец насадочный, 8. Угу. В общем, будет батл. Мне кажется, этот перец, вот, честно говоря, вообще какая-то фигня. Ну, не знаю. Ничего мы на нее еще не поймали. Если мы ничего не поймаем, больше не будем есть. Да? Мы продаем удочки и завязываем. В общем, у меня все ананасовое будет. Да, у меня все такое. Кукурузное. Больше рыбалочное, кукурузное. Насадка червь опарыш. Ловим абсолютно честно. Каждый сейчас замешает себе сам кашу. Да. И никто не подходит к удочкам друг друга. Вот такой будет уговор. Все, давай, забиваемся. Давай. А на что? А кстати, я вот не придумала на что. Надо придумать. Вот подписчики могут придумать наказание для проигравшего. Кстати, можете написать в комментариях. Да, в следующей поездке можно. Придумайте нам, кто проиграл. Давай, кто моет казан после плова. Ну, вообще можно. Ну, давай подписчикам дадим возможность высказаться. Напишите наказание, кто проиграет. Ну, только не жесткое. Все, давай располагаться дальше. Сейчас буду всем кашу замешивать. Все, сразу не стало сыпать по чуть-чуть. Шуруповерт там, конечно, удобно сбивать. Делаем заброс. Так, здесь мы ставим на бойло. А где у нас проходит соревнование, там будет только 2 удочки. Тут у нас, в общем, будет жмыхи бойло. Так, ну главное эту не отстрелить. Да. В прошлый раз. А то я, если я отстрелю, я ловить буду. Ну ты аккуратно, плавненько. Во. Вторую сходу. Ты, бля, видела? Кто там едет? Нет, кто-то. Боск хочет жмых все жрать. На крючок хочет. Идем закидывать 3-ю жмыховочку. Поставим вот с краешку от лагеря.
что? Все? Тут все работает. Сигнализаторы, все, все подключено. Наш лагерь, теневая занавесочка, туалет, душ, столик рыбака. Так, теперь я делаю свою кашу ананас, бойлы ананас, ВС, Лиза. Бойлы? Ты еще и бойлы будешь? Маленькие, вот у меня пельцы, маленькие ананасовые такие будут. Ну ладно. А я на червяка. Как настоящий карасевич. Давай. Лиза ВС Витя. Карп против карася. Да. Я уже закинула на кашу. Ты пока меня опережаешь. Ну что-то далеко я не смогла кинуть. Сейчас побоялась отстрелить. Стоит моя красивая. Люди на лодочке развлекаются, плавают. Соседи у нас приехали только что. Уже собаки их облаяли. Непослушные. Витя занимался жмыховками. Сейчас будет тоже свою кидать. У меня тоже пружина. Снизу маленький болик. Здесь сверху крючочек, оденем мы опарыша сейчас. Ну что? Витя открыл счет 1-0. Ананас бойл. Смотрите. А что это за рыбка такая? Хрен его знает. Красивая. На ананасик. А у меня 0. У меня даже поклевок не было. Я а почему-то него... думал, что он ананас будет ловиться. Я ем ананас раз в год, а рыба его ни разу не ем. Ставь ей кайф, ананас есть. На любителя, конечно. Ну, 1-0. Да. Ладно. Отпускаем. Боссу не дал облизать. Расстелили нашу громадную спальню. Тонировку повесил с уличной стороны. Видно, как в салоне темно по сравнению на улице, как светло. Так-то выглядит не сильно симпатично, но спасает. Конечно, такую ткань бы еще найти, солнечно отталкивающую. Такие чехольчики я бы тоже шил бы, был бы шикарный отдел. А на эти окна можно и такие вешать. Здесь поставили умывальник. Хорошо, что купили канистры. Выручают. 4 штучки, 40 литров. Всегда с собой воды везем. И искупаться, руки помыть. Душ надо будет тоже. Душ завтра, да, примем? Да. Ну, прям сентябрь, конец сентября, 30 сентября, жара плюс 30. Людей очень много. У них коптера не пойму же. Не, машину завели. Ветра вообще нету. В общем, хочется сидеть, смотреть на воду, на удочки, что мы, собственно говоря, и делаем. Бося загорает, Аксик намусорил палками нам. Пускай развлекается. Дай ему хорошую палочку найти. Здесь у нас такая небольшая чайхана. Две подушечки. Маленький столик вот сзади. Холодильник. Обед можно завтра ложиться там и спать. Да, холодильник запущен. Вещей минимум взяли. Вот это ты сейчас не увидел. Кого? Видишь, разводы пошли. Да. Рыба вот. Выпрыгнула. Может, это уточка? Не-не, рыба была. Так, ну обнаружили мы, что здесь очень мелко. Ну это не новость, конечно. Ну да. Ну попробуем, буду заходить в воду и кидать дальше. Я тоже за ним все пойду.
Лиза не сдается, говорю, давай я заброшу. Нет, я все сама. Сама пошла закидывать как можно дальше. Давай, рыбак, я в тебя верю. Босс наблюдает так. Пасян. Аксик устал, спит. Аксик в чихане отдыхает. Разборки какие-то. Блин, даже по погоде не верится, что это сентябрь месяц, 30 сентября. Ну чё, успешно? Да, вроде пойдёт. Мне кажется, не сильно тут глубоко. Даже далеко. Мелко, да, наверное? Очень мелко. Мелко, да, надо заходить, забрасывать. Либо завозить. Ну, жмыховки... Ну, это на кормушку постоянно тоже надо есть. Ну, да. Ну, жмыховки попозже, подальше зайду. Заброшу. Кашу сильно не размывает. У меня вообще и червь все на месте стоит. Рыбак. Недовольный рыбак. Карасик. На опарыша. Опарыша, я тоже опарыша. Да, на опарыша. Зерный. Удочка моя? Кому это зачет? Тебе. Ну, у нас договор был не касаться удочек. Но видите, я как раз но закидывала полез, у меня, и у него клюнуло. Пришлось достать. Так что. Боси дашь? Да, сейчас сниму его. Ты не понимаешь, да, прикола? Царапался. Ну кинь его, пусть босс развлекается. Да зачем? Понюхать. Отпустим. Ну жирненький, кстати, маленький. Отпускай. Маленький карасик. Поплыл. Они какие-то тут все, да, мелкие? Вот, увидите опять. Поклевка. Хорошая, прям хорошо клюнул, да? Фух, ты пока яму копал. Он как вот что-то куда-то уходит, что-то делает. Все у него начинает это клевать. Я уже тоже пошла, погуляла, у меня нет. Ну что там? Что там? Ну что там? Что-то ведет. Ведет, да, направо. Карась, наверное, карасик. Опять. Маленький. Вот они маленькие, скажи, а ведут как будто сазаны. Вон он ушел. Право. На опарыша. Опять? О, ну вот побольше. Как будто такой же. А, за жабру, смотри. Крысолов поймал. Ага. Ну все, и что? Ты его не съешь, он тебе не залезет в рот даже. Вот такой. Малыш. Ой, бляха. Вы видите, там что-то поклевывало, поклевывало. Пока 3-0 сухая. Да, уже 3 поймала. У меня только поклевки и ни одной рыбы. Мне кажется, я кидаю близко просто очень. Ну, я сейчас тоже с берега кидаю. Ну, у тебя все равно получится. О, пусто. О, ананаса нету. С
съел ананасик. Подсосали, наверное, все. Я тоже перезакинула. Ну, уже как не в прошлый раз, за вечер уже 3 рыбки поймали. Красивейший закат. Ветра нету, гладь. Рыбка даже ловится. Водичка теплая. Шикарные выходные получаются. Бось, ты чё дрожишь? Занавесочка опять спасает. Что-то у соседей какая-то суета. Уже третью лодку качают. Хотят всю рыбу, наверное, выловить. Посмотрите, просто вот это кто должен убирать? За этими рыбаками. Сейчас. Просто куча мусора. Мы вокруг себя прибрали, чисто можно сидеть, атмосферно. Ну а кто-то в этом мусоре так и сидит. Здесь вот под казан соорудил из камней. Сегодня будем готовить на ужин плов. Клюет, клюет, смотри. Есть? Сейчас, подожди. Есть, есть, сидит. Да, 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 что-то есть. Ну, видишь, когда какие-то дела начинаешь делать, начинает ловиться. Что-то как-то ничего нет, по-моему. Не, нет. Все и съела. Бойлик, ананас съела, да? Все съела, опарыши, все съела. Так, вот Элиза поймала, кого ты там поймала? Я вот не пойму, что за рыба. Это синец какой-то. Ну, тепло больше. На воблу, похоже. Че так я боишься? Да мне в нос залетают мошки. Ну, на опарыши взялась. Вот они ее, походу, и подъедают. Счет 3-1. Поздравляю. Спасибо. Открыла. Но от нуля ушла. Вообще так-то 2-2 было бы. Почему? Ну, один раз же я достала на твой. А, ну мы же решили. Ну, ладно, да. Блин, я сейчас себе рот сломаю. Заводим казан. Начинаем приготовление плова. Сейчас масло раскалится, обжарим мяско и потом все остальные ингредиенты. Все дрова взяли с собой. Дрова тоже с собой. Мяско, лучок, морковка, рис, специи. И там еще будет чесночок. Чесночок. Глянь, масло уже вон. Быстро. Ох, этот собака лежит в чайхане. На подушечках. Мой ты золотой. Пока мы готовим ужин. Ну, готовим праздничный ужин. Ну, как праздничный, так. Плов зажариваем. Вообще прекрасный вечер, прекрасная погода.
нет ветра, все очень круто. Такая романтика, все, смотрите, с кострами, там где-то что-то светится. Луна выходит красивая, шикарно. Просто вот, просто кайф. Кайфуем, отдыхаем. Рыбку поймали чуть-чуть. Вот такая у нас подсветочка от машины с выключателем. Оп, оп. Ой, мошкары очень много летает. Лиза над пловом сидит, колдует. Я за удочками слежу. Через сколько будет плов готов? Не скоро, час минимум. Понятно. Ну вот такая лампа. Диодная лента. Рыбка. Пожалуйста. Подлещик меня у первой. Так. Маленький подлещик. Счет 2-3. А я слепила, наверное, тебя, да? Счет 2-3 становится. Ну, круто. Я еще там плов готовлю, режу, короче. И успевает ловить. Сейчас босичка дам тебе. Ну, да, выравниваем почти еще. Ладно, закину, что есть, пока некогда. Приготовим тогда. Значит, в принципе, каша можно чуть забить. Так, накупываем собак, укладываем наших детенышей собачьих спать. Потрем. Накупываем, они у нас в машину тоже всегда чистые ложатся спать. Ой, мошка прям ужас. Молодец. Налетает. Ну, молодец. Конящий пёс. Вот один накупыш. Все, потерял нас. Давай, демон. Второй. А он второго потерял, они ж вместе. Один уходит, а второй помитывает. Братья, ложитесь. Мы продолжаем готовить плов. Балди, балди. Вот коты. Все, давайте, не теряйте нас. Ребят, Витя раку поймал. Офигеть. Поднеси на свет. Одного. Слушай, да ничего ж не такой, глянь. Сколько он? Ну ты хотела покупать. Глянь. Давай. Шикарный такой, да, небольшой. Говорю, давай раков можешь купить. Глянь. Порика схватил. Клешню, смотри, держит. Да. А парыша, смотри, как держит. А бошек ребят, слышишь? Ну, смотри. Оставь! Ах ты, падла! Ух ты, козел! Больно же! А парыша, глянь. Босс орёт. Отдай. Шикарно вообще, приколдес. Я не знал, что тут раки есть. Я не знала, да, тоже, что тут раки есть. Блин, сильно прикусил, падла. Да, давай, покажи. Смотри, держит. Смотри. Ну да, парика схватил. Оп. Оп. Так, готов наш плов. Ух. Вот эти зернышки, как они называются, забыл. Которые я люблю. Барбарис. 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 Помешаем, такой пусть постоит, да, с мясом. И будем кушать. Хорош получился. Ну, вроде как не рассыпчатый. Сильно рассыпчатый, но не нормально, да. Он не подгорел, как минимум. Идеально получилось. Что не подгорел, то уже радует. Да. В таком, в алюминиевом казане. Рис, наверное, немножко надо было другой выбрать. А так в целом хорошо. Перфекто. Ну, такой наш шикарный получился плов. Бомба. Всем доброе утро. Акс купаться решил. Глянь, глянь, глянь на него. Вот. Неужели я научил собак сам? На море научил плавать, да? Вот ты какой. Аксик, мой ты золотой. Так, счет сейчас озвучит Лиза, какой у нас. Счет 4-2. Рак тоже считается. Витя 4, у меня 2. Все,
Перезакинули все утром. Рыбки не было. Продолжаем наш батл. Аксик, давай еще. Давай. Да, он воды нахлёб. Молодец. Охотник. Он дает. Так, а второй отдыхающий стоит и... А ты пойдешь купаться? Не завидует. О, что если Аксу мячик кинуть? Неси. Не, молодец. Привет. А ну. Не может он водить. О, поймал. Давай, молодец. Молодец. Красавчик. Поставьте лайк этой собаке. Гля, сам уже поплыл. Сам плывет. Не ходит, а плавает. Охренеть. Молодец, научился. Кстати, сегодня 1 октября. Круто. Давай-давай сюда плыви. Крутая собака у нас теперь. Давай-давай-давай-давай. Что он сам начал, потому что когда заставляешь, не боятся. Так, куда ты отправляешься? В УЗК. Пойду пробовать окушка ловить. Поднялся ветерок, но сегодня первая поклевка нормальная, видите. После такой долгой паузы. Жарко. Вот эти волны. Карась. О, смотри, хороший. Ништяк. Это вот опять мы зашли, подальше кинули. И он и я. Фу, уйди. Уйди, сказала. Вот такой вот красавчик. Собака чистит пруд. Душевая. Спасаемся от жары. Ну кто там? Кто там? Ничего. Это мелочь. Видео, да. Видео. И кто это у нас? Тоже подлещик. Подлещ. Только маленький.
И счет становится 5-3. У меня 3. 5-3. Ну такой. Забирай, забирай. Ой. Видите, опять повел? Тяжело прям что-то. Да? То ли за что-то зацепился. Нет, что-то буйное. Ну, сейчас посмотрим, что там. Ведет прям. Карась, наверное. Буйный. Карась? Да. Они, да, буянистые. О, нормальный такой, побольше, чем вчера. Уже получше. Счет? 6-3. Видите, 6 уже. Двойном отрыве. Вот чуть стали дальше, да, заходить, кидать. Да. И пошло дело. Покажешь карасика. Ну, так приходится заходить, кидать, чтобы хоть как-то ловилось то, что мелко-мелко, и потом ступенька такая вниз. И как раз вот там рыбка и сидит, видимо. Ну, вот так. Ну, так получше, да, конечно же, глубина там. Этот все развлекается. Глянь, поймал. Молодец. Воды напился. Молодец. Крутой пес. Да, Бося? Давай еще разок. Сомнение есть. Сюда, Акс, иди. Аксик. Неси, неси. Молодец. Есть, да? Вроде бы да. Сидит что-то. Ну, не выкидывай. Карась. Карась. О, малыш. На, парыш. Ставь, это моё. Это моё. Вася ворует рыбку. Паника. Карась. Паника. Что это такое? Я поймала губку. Губка Боб, черные штаны. Да. Губка. Губка какая-то форма. Охренеть. Да. Губка. Но это в счет. Это не в счет. Это не в счет, конечно. Да не ешь ты губку, господи. Чего-то тут, увидите, согнуло прям. Чуть не сломала удочку. Жесткое, жесткое. Сейчас. Есть что? Да, он ведет. Идет, да? А, катушка маленькая, тяжело крутить. Да. Карась! А, нет. А кто это? Смотри, какой красавчик. О, ништяк, лещ. Ты хорош, да, не выкидывай сейчас. Нормальный, да. Лопух. Прям ништяк. Ну круто. Что-то у тебя прям сегодня. Счет 8-3. 8-3. Батя рулит. Ну и правильно. Крутяк. Отпускаем. Стой, стой. Куда поплыл? Красиво. Клюнул хорошо, он, конечно. Да, прям мощно. Удочку согнул. Так, Лиза пытается выровнять чего-то со мной. Ничего себе. Ну, фрикцион ослаб. Сейчас как вытащишь килограммового. А куда там?
Ну чё? Есть, есть, сидит. Я не знаю, что. Ну что-то небольшое. Карась. Карась. Ну здоровый, смотри какой. О, хороший, слышишь? Это лопух. Все, все. О, этот прям большой. Хорош. Здоровый, да. Да, таких я не видела. Грамм 400 будет точно, может даже 500. На червя, кстати. Угу. И счет становится... 4,8. У меня 4. Я в отрыве, ну... Ну все, все. С такими карасями может Лиза обогнать. Блин, босс, ты что язык высунул, лень? Третий высунул язык, ждет дурачок. Нет, сюда не наступай. Иди сюда. Будешь отлично? Отпускай. Сейчас подлещик. Так, вот еще один подлещик. У меня 5 рыб. Счет 5-8. У меня 5. 8-5? Да. Нога в ногу практически, догоняешь меня уже. Вот такой маленький. Весь в соплях. Так, ну все, отстаньте от рыбки. Всех рыбок отпускаем. Погода просто шикарная. И вот так вот и я. У Виктора опять клюнул. Видишь, ты музыку выключил и у меня. А я вот себе включила музыку, и у меня клевало 2 раза вот подряд вытащила рыбку. Что-то идет. Идет? Что-то да. Заводит еще меня, глянь. Да, да это карась стопудово, они любят бля, заводить. Бля, в бок тянет, смотри. Гля, гля. Это кто там такой был? Ну да. Кто это? Карась стопудово. Ну да, я же говорю, караси тоже тянут. Ну Сонь прям у нас покрупнее и почаще, да, клюет? На опарыша. Ребят, пока Витя спит, я вот такого вообще карасика поймала только что. Получается, у меня уже 6, у Вити 9. Я ему показала, все честно. Он одобрил. Взялся. Вечерний клев начинается. А, я пока... часик поспал, Лиза меня догнала по я счету. Я 2 рыбы поймала, пока Витя спал, и вот сейчас еще. Карась? Да, опять карась. На опарыша, да? Или... Да, опарыш. Да, на опарыша. Такой карасик. 8-9. 8-9? Да. А 9 у кого? У тебя 9. А, да? Пока я поспал, тут такую вот закусочку организовали. Отдыхаем. Последние теплые денечки. Опять красивейший закат. Вось, иди карася посмотри. Да он за тебя. Хорошо взялся. За нижнюю губу не могу вытащить. Прости, карасик. Я стараюсь, не могу. На. Рыбки ведь. Не будем брать карася? Не, зачем? Нет. Так, Элиза выходит со мной наравне. Уровень. А может и нет. Чуть легко пошло. Ну, вообще, на волчьях ближе к вечеру хорошо начинает ловиться. После обеда, да. Какой после обеда? Сейчас стемнело уже практически, и сейчас хорошо начинает ловиться. А клевало, как будто сазан сидел. Подлещик. Счет? 9-9. Ну, у тебя был рак, но мы его засчитали. Блин, ну да. Нет, 9-9, ну рак тоже.
Обогнала меня, Лиза. Ну, такие дела. 10-9. 10-9, да. Мы сейчас крайний раз забрасываем и спать пойдем. Поклевки есть, но такие какие-то непонятные. Закончился наш батл. Огласите счет. Счет 12-9 в пользу меня. Я выиграла. Да. Ведь повезло. У меня вечером почему-то всегда клевало. Вчера вечером я еще две рыбы поймала. Поэтому. За собой поляну оставляем чистую. Мусор забираем с собой. Не превращайтесь вот в таких свиней. Удивительная просьба, ребят. Ну отдыхайте вот. Навалили, кому навалили, никто же это не уберет. Забирайте с собой, выкидывайте в мусорки. Да. Поэтому не будьте свиньями, всем добра. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки. Пока. Оставайтесь с нами.